Так, это осталось с прошлой посылочки. Открываю новую посылку. Здесь должны быть велосипедные зеркала. Велосипедные зеркала на руль. Какой-то из них там 5 штук, 7. Да, в одной 5, а во второй 7 штук. Так. Не, ну нормальненько так. Главное, чтобы не было трещин. Три, четыре, пять. О, я здесь. Дефект. What is it? И как это воспринимать? Одно сломанное, короче. Ну, короче, одно сломанное. 6. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть. Это откладываем. 6. И дальше. Вторая посылочка. Сразу две посылки я открываю. Тут 5 штук должно быть, по-моему. Чё это только? А, 4, 5, да. Что это такое? А, кто вытирается, все отлично. Раз, два, три. Ой, вот это будет третье. О, разбито. Три. Четыре. Пять. Окей, окей. 4 тут. И из этой партии раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче, с каждой партии по одному браку. Ребята, всем спасибо за просмотр. Пока. Вот такие вот дефекты.